Маруся, привет! Привет! Как у тебя дела? Хорошо! Вы на канале... Ваня и Мауля! А что мы сегодня будем делать? Коктейль! А смотри, сколько у нас много ингредиентов, да? Да! Это у нас что, Марусь? Это бананы! Бананы! Ты умеешь считать? Посчитаешь, сколько у нас бананов? Да! Посчитай! 1, 2 Молодец! Это у нас что, Марусь, такое? Вот это вот... Молоко. Марусь, сядь на стульчик, сядь, тебя просто не видно. Это у нас молоко. И это у нас что? Апельсин. Нет, это мед. Мед. А это у нас что? Шоколад. Шоколад. Ты любишь шоколад? Да. Да, и сегодня мы будем делать коктейль. Да. Из банана, шоколада и молока. Молочный коктейль. И потом будем делать еще мороженое. Да. Ну что, начнем? Начнем. Так, вот у нас такой есть блендер. Мы сначала открываем банан, берем один банан, открываем его. Бананы! Вот, открываем. Бананы! Бананы. Ты любишь бананы? Да. Они очень вкусные и полезные. Открываем банан. Вот, один есть. Теперь его нужно порезать. У нас два блендера даже. Вот один такой Hello Kitty блендер. Вот такой вот у нас. И второй блендер у нас есть. Вот такой. Мы сейчас режем банан на маленькие части. И Маруся будет делать у нас мороженое и банановый коктейль. Да. Банановая коктейль. Ты сначала хочешь коктейль сделать? Хорошо. Вот на такие части режем маленькие. В каком сначала хочешь блендере? В этом? Да. Так. Давай сначала это отставим все. Вот в этом будем делать. Марусь, открывай крышечку. Наливаем молоко. Держи. Держи, чтобы... Нет, вот этот блендер держи. Сетку. Молоко наливаем. Добавляем порезанные бананчики. Пик. И еще, да. И теперь добавляем... Нет, еще один и все. Один еще. Вот такой. Все. Это положим. Давай уберем. Теперь добавляем ложку горячего шоколада. Да. Ты любишь шоколад? Да. Держи. Бери шоколад. Бери шоколад. И добавляй вот сюда в блендер. Вот так. Еще бери. Еще. Добавляем. Получается, сейчас у нас получится коктейль с бананом и шоколадом. Да. Давай еще можно. Вот так. А? Все, хватит. Так, теперь мы закрываем. Подожди, подожди, пожалуйста. Теперь мы закрываем. Вот. Вот так вот, правильно. И нажимаем кнопочку. Смотри, вот эту кнопочку. Сама хочешь? Нет, вот эту кнопочку мы двигаем. Вот эту, видишь? Вот в одну сторону двигаем. Вот смотри, ее нужно вот сюда подвинуть. Вот, делается такой коктейль у нас. Как круто! Ну, покрутится, покрутится. И потом будет у нас коктейль. Маруся его попробует. Ты хочешь попробовать коктейль? Вот как интересно. Да. Бежевый цвет у нас получился. Вот это висит-то вам. Да, все, выключай. Выключай. И сейчас мы с тобой попробуем. Вот твоя любимая кружка.
У Маруси кружка такая, Микки Маус. Или Мини Маус, Марусь? Мини. Мини. Попробуешь коктейль? Мы с тобой сделали. Так. Открываем. Вот, с кусочками банана у нас получился. Марусь, попробуй. Потом скажешь мне. Ну как? Вкусно. Вкусно? Очень-очень вкусно. Ну что, будем дальше делать? Теперь мы будем делать мороженое. Да, 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 да. Вот у нас есть такой блендер. И мы будем готовить с Марусей мороженое! Очень вкусное. Потом Ванечка придет из садика, с Ванечкой поделимся. Сейчас мама порежет еще один банан. Да, да, да. И буду кидать. Да, будешь кидать. Сюда. Сюда. Открывай. Открывай. Видишь, там такие маленькие отверстия, чтобы не пораниться. Специально для детей. Вот они. Вот, но мы еще добавим, это очень мало. Давай, ты бери, кидай, я тебе буду резать. Кидай. А где детки? Вот, сюда вот можно кидать. Видишь, там маленькие дырочки? Молодец. Давай дальше. Еще. Тут весь банан нужно туда засунуть. Такие маленькие. Какие маленькие они, ветки. Все мои маленькие. Давай еще. Все мои маленькие. Вот все. Такие у нас маленькие кусочки получаются. Все мои маленькие кусочки. Все мои маленькие. Чтобы они пролезли вот здесь. Все мои маленькие ветки. Самые-самые маленькие. О, это уже большой получился. Надо еще на две части разрезать. Марусь, ну что, давай сделаем все. Делаю еще ноги и руки. Руки? Тебе салфеточку дать? Да. Да. Вот, вот. Давай, бери бананчики. Я тебе помогу. Кукра. Тебе помочь? Да. Очень большой этот кусок. Большой? Да. А остальные маленькие, да? Как ты думаешь, хватит? Да, хватит. Давай еще до конца, наверное. Много-много у нас бананов было. Так. Еще мои маленькие ветки. И маленькие у нас есть кусочки, и побольше есть кусочки. Еще мои маленькие ветки. А, это самые маленькие дырочки у нас, да? Да. Так. А вот большой. Давай еще один последний. На две части его разрежем. Давай попробуй, Марусь. Получится у тебя? Ой. Вот, вот это. Ой. Ну что, Марусь, получается? Нет. Нет? А ты его так вот переверни. Вот так нужно перевернуть кусочек и вот так добавить. Так, накрываем крышечкой. Накрываем. И сейчас будем молоть банан. И нажимаем вот эту кнопочку. Вот эту кнопочку нажимаем. Ой. Видишь? Да, кружится. Кружится банан. Это поближе покажем. Кружится на банан. Очень медленно. Это же наш детский блендер. Как быстро кучка. Быстро-быстро. Ну что, все? Перемололи банан? Да. Как ты думаешь? Все. Все. Выключаем. Так, садись. Теперь добавляем что? Молоко! Теперь добавляем молоко. Открывай крышечку. А может, мы в молоко добавим сразу шоколад? Да! Чтобы потом вместе с шоколадом залить. Давай?
Давай, Марусь, можешь выливать весь шоколад. Много? Можешь выливать много-много шоколада. Ну, очень маленькие дырки здесь. Нет, а ты можешь сюда выливать, там, где молоко. Мы перемешаем с молоком. Да. И потом сделаем мороженое. Давай, выливай. Бери шоколад вот так и выливай молоко. Вот сюда. Нет, вот сюда, Марусь. Или ты хочешь сразу туда добавить? Не туда. Давай, сначала молоко. Вот так вот. Давайте помогу. Что весь шоколад мы добавили. Да, вот я люблю шоколад. Очень вкусный. Да. Хочешь попробовать? Да. Давай. Ну как? Хорошо. Очень вкусно. Теперь мы это все добавляем в блендер. Да. Давай. Ты посмотрела, какое красивое? Да. Я просто на камеру показываю, какое у нас красивое получилось молоко с шоколадом. Мама, да, я и молоко. Вот. Теперь сюда добавляем молоко с шоколадом. Давай, выливай. Тебе помочь или справишься? Помочь. Давай, помогу, давай. Мы добавляем молоко с шоколадом. У нас на дне еще остался шоколад. Перемешиваем. Смотри, какой цвет получился, Марусь. Да. Это какой цвет? Серый. Ну, он такой серо-коричневый. Да. Так, еще перемешиваем, чтобы ничего не осталось. И добавляем. Закрываем крышечкой. И куда им кнопочку? Да. Нажимаем кнопочку. Сейчас. Сама. Сам. У нас получается такой коктейль, из которого можно сделать мороженое. Ну как ты думаешь, все? Да. Давай, выключаем. Теперь мы будем все наливать в формочки. Вот, сначала давай достаем формочки. Марусь, ну что? Нет, мы оставляем здесь. Крышечку снимаем. Теперь Маруся будет наливать. Давай. Вот так. Наклоняй вот так. Вот так наклоняй. У тебя получится? Одной рукой, второй здесь помогаем. Оп. Палочку ставь. Какую? Да. Закрыли. Следующее. Да. Следующее. Давай, может, ты попробуешь? Да, можно. Давай. Наклоняй. Не бойся. Молодец. Дальше. Следующий. Следующий. Только немного, ладно, Маруся? Еще чуть-чуть. Половинку можно. Не, еще можно, Марусь. Просто не до конца. Еще можно. Все. Давай. Закрываем палочкой. Теперь ставим в холодильник. И потом посмотрим, что у нас получится. Смотри, мы поставили в холодильник. Да. А теперь из того, что осталось, можно попробовать коктейль. Может, да. Здесь другой получился коктейль? Хочешь попробовать? Mm-hmm. Давай, снимаем эту штуку. Вот Маруси любимая кружечка из Мини-Мауса. Мини, да. Красивая. Это баба Лена тебе из Англии. Привезла. Ставим кружечку. Давай, наклоняй. И будем пробовать коктейль. Ну что, как? Клубничная? Да. Нет, это же банановые. Банановые. Ну, Марусь, пока у нас мороженое в холодильнике, пойдем погуляем. Да. Говорим всем пока-пока. Пока-пока. Привет. Привет. Так как Маня у нас сегодня нечаянно уснула, да. А Ваня пришел после садика и решил попробовать мороженое, которое Маня сделала. Интересно попробовать? Да. Держи.
Доставай, доставай, доставай. Опа! Смотри, какое мороженое получилось. Это Маруся делала сегодня утром. А это что? Наверху. Банан, что ли? Наверное. Ну как, Вань? Вкусно. Очень вкусно? Да. Давай, говори пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ваня и Маруся. Пока-пока.